В Ульяновском театре юного зрителя «Небольшой театр» прошла торжественная церемония закрытия международного марафона искусств «Белорусский вокзал», приуроченной 75-й годовщине Великой Отечественной войне. Торжественный старт марафона был дан более года назад. В связи с пандемией в этом году участие ульяновских коллективов, а также представителей регионов России и зарубежья, было переведено в дистанционный формат. В отборочном туре было представлено 230 творческих работ на тему Великой Отечественной войны. 29 из них вошли в список участников международного марафона искусств «Белорусский вокзал». В этом проекте был не только галоконцерт, в этом проекте также была большая презентация книги памяти региональной. В этом мероприятии были также и выезды спектаклей на патриотическую тему в муниципальное образование. Также планировалось, что в рамках этого проекта мы должны были поехать, и нас там уже ждали в Германии, Чехии и в Австрии. На церемонии закрытия марафона «Белорусский вокзал» наградили участников фестиваля. Да, мы участвовали с танцевальным номером. Мы исполняли вальс венский, посвященный Великой Победе, 75-летию. Специально готовились к этому мероприятию. И очень рады тому, что мы попали сюда. То есть у нас был случайный вальс. Актриса Небольшого театра и преподаватель театрального отделения детской школы искусств имени Варламова Александра Макарова принимала личное участие в марафоне, за что была награждена памятной медалью губернатора, а также представила своих учеников. Я хочу сказать, что это вот задолго до этого праздничного сегодняшнего дня произошло, 5 лет назад. Мы тоже с учениками участвовали в этом проекте «Белорусский вокзал». Это было вот на сцене старого вокзала. Мы не могли и в этот раз не принять участие. Мы к этому готовились очень трепетно. Для нас с ребятами эта тема очень близкое. Грустно, конечно, то, что военные все-таки темы, и это вот погибло много человек. Вот. Впечатление очень хорошее, то, что я поучаствовала. Саша, расскажи, пожалуйста, о своем участии в марафоне. Как ты считаешь, нужно это в твоей жизни событие? Конечно, нужно. Театральное искусство развивает речь, стихи много надо рассказывать. Это тоже помогает память. Хорошая. Я очень рад, что я принял участие в таком марафоне «Белорусский вокзал». В торжественном мероприятии награждение приняли участие губернатор Сергей Морозов и министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова. Они выразили слова благодарности участникам марафона и надежды на проведение аналогичного фестиваля через 5 лет. Антон Никонов, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.